Пацаны, ну что ж, всем здорова, с вами снова Лестер, и это новая серия «Бедный против богатого», ребята. Я вот посмотрел, и прошлая серия набрала больше 100 тысяч просмотров, ребята. Всем огромное за это спасибо, это просто огромная цифра. Мне, конечно, в шоке, да. Типа, блин, я подумал, почему бы не заснять новую серию, как бы, «Бедный против богатого». Я придумал довольно-таки хорошие идеи, вот, как можно их, как бы, сравнить. Вау, откуда у тебя такая тачка? Я тоже себе такую хочу. Это все благодаря лучшей букмекерской компании в мире. 1xbet, там большие выигрыши, быстрые выплаты, и это самый надежный букмекер. А еще там не только спортивные рубрики, а и киберспорт. А также при регистрации по моему промокоду ты получаешь бонус 6500 рублей на баланс, так что ссылка в закрепленном в комментариях, то что, братан, дерзай. Как бы пожелать приятного просмотра и приятного аппетита, ребят, если вы кушаете. А мы вот начинаем, погнали. Ну что ж, как вы уже поняли, это новая серия «Бедный против богатого» в карпаркинге. То есть в данной рубрике, ребят, мы сравниваем бедного и богатого, как бы, да. А если мы по данному ролику наберем 3000, ребят, лайков, как бы, то, ребята, выйдет новая серия, так что набираем побыстрее 3000 лайков, ребят, и я придумываю новые идеи и, как бы, загружаю его на канал. А также, ребят, я хочу вам напомнить то, что более 70% на меня не подписаны. То есть, ребят, больше половины людей смотрят меня просто без подписки. То есть, они сидят, смотрят мои ролики, но при этом, как бы, ну, не подписаны, короче. Это просто максимально ужасно и, как бы, такое себе, ребята. Так что, пожалуйста, подписывайтесь, ребята. Как бы для вас занимает максимум 3 секунды, ребята. А для меня просто большая поддержка и мотивация снимать новые ролики, ребята. Все, уже начнем. Не буду, как бы, так особо много разговаривать. Ребят, все, ребят, начинаем. Все, давайте я выхожу с машины и, как бы, да, все. Оставляю ее прямо тут. И, как бы, я пошел, да. Что за вопросы, блин? Я тренировался у, как бы, мастера дрифта, так что я умею просто четко дрифтовать. Учился у профессионала по дрифту, у меня получается просто отлично, смотрите, типа, вообще налегке, да уж. По сравнению с другими, которые вообще даже не умеют дрифтовать, которые сами, блин, учатся и в конце попадают просто в стол, да. Как бы это сразу не звучало, ну да. Блин, это же очень легко, пацаны. Смотрите, просто дрифтуем. И просто берем руль направо, да, типа, это максимально легко, смотрите, да уж. Не понимая многих, которые не умеют дрифтовать, это просто очень легко, да уж. Ну, такое себе сейчас. Для меня даже, как бы, не развлечение, потому что я уже, так сказать, только устал от дрифта, потому что это очень скучно, да. Ладно, я, короче, поехал домой. Так, ну что ж, всем привет, это мой первый ролик про то, как я дрифтую, учился я сам, вот, машина моя не особо сильная, и, как бы, ну, я попробую вам показать, что я вообще умею, да, типа, ну, я, как бы, повторяюсь, то, что учился сам, мне не особо хорошо дрифтую, так как не было денег просто на тренера, как бы, да, давайте попробуем, BMW T6, так, входит поворот, блин. Ладно, профукал передачу. Окей, бывает. Так, давайте налево, давай, давай. Блин. Давай. Вот так вот, так, сейчас направо летим. Давай, 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 блин. Перекрутило, фак. Ну ладно, бывает, окей. Первая передача, оп. Опять. Очередная просто авария, пацаны. Да уж. По дрифту я пока что просто такое себе. Бабок нету на более сильную машину. И, как бы, смотрите, давай. Вот, вроде хорошо и вроде плохо, блин. Просто я лучше поеду домой. Да, не умею еще нормально дрифтовать. Я лучше поеду домой, да.
Такс, этот, всем привет. Меня попросили показать мой дом. Вот, вот тут вот, ребят, я живу. Вот моя машина, вон там вот стоит. Вот, ну, как бы в месяц, ребят, я плачу около 5000 рублей. Вот, но как бы это максимум, что я могу себе позволить. Да, но, типа, больше я ничего себе не могу позволить, больше 5000 в месяц, потому что, ну, как бы... не позволяет, так сказать, моя работа, как бы, в месяц меня платят прям мало, и как бы не хватает уже там на еду, на бензин, и как бы 5000 это мой максимум, вот, и так как я каждый день езжу, просто, как там, типа, не хватает даже иногда на бензин, вот, заливаю самый такой плохой бензин, ну, как бы, на дороже денег нет, просто нету. А, вот, ну, короче, я поехал, у меня дела, как всегда, бегают до сюда, ну, ладно, это как бы не важно, я вот мой дом показал, и вот как бы сейчас ухожу, всем спасибо, там, поставьте лайк, да, и все, пока. Как бы я не работаю, да, как бы все за меня делают мои родители, а почему бы нет, да, типа, я им помогаю там, иногда провожу продукты, а так, как бы, вот, все мне покупают, родители дают деньги, как бы, ну, жизнь такая налаженная, вот, так что, потому что зачем мне работа, если у меня, как бы, ну, богатые родители, и, типа, это мне не нужно, да, ну, короче, это круто. Просто катаюсь и просто ничего не делаю. Ну, как бы это круто, да. Вот, а я как бы поехал кататься, да, на моей Бугатти. Все. Всем спасибо, я ушел, пока. Так, всем привет. Это я работаю на посту, просто вот, и как бы весь день должен стоять тут, и как бы, типа, дают немало денег, да, типа, мне хватает, но иногда бывают проблемы, потому что иногда вообще машины не едет, ну, как вы сейчас видите, много машин, много денег, да. Так что можно просто стоять и копить деньги. Типа, я проверяю все. Вот, но на видео я это не показываю, конечно же. Вот, ну, как бы, в основном, вот моя работа. Как бы, ну, как бы, я думаю, что ничего, как бы, ничего необычного. Просто обычная работа, блин. Ну да, так что, всем спасибо. Я, как бы, продолжаю работать. Пока. Вот такой вот ролик у меня, собственно говоря, получился. Я максимально надеюсь на вашу поддержку, ребята, в виде лайка и подписки. Вот, я буду реально очень сильно вам благодарен, если вы поставите много лайков. И те, кто еще не подписаны, просто подпишутся, ребята. Я буду вам очень благодарен. Спасибо вам всем заранее. Вот, ой-ой-ой-ой. Но, как бы, вот такой вот ролик, впрочем, как бы получился. Вот. Напишите свое мнение в комментариях, я обязательно прочитаю. У меня все. Всем огромное спасибо за просмотр данного видеоролика. Вот, всем удачи, ребят, всем пока. С вами был я, Лестер, а я как бы ушел, ребят.